Итак, уважаемые коллеги, буквально несколько слов о демографии меланомы в России. К сожалению, заболеваемость увеличивается, и прирост за 10 лет составил больше 30%. Мы каждый год регистрируем больше 10 тысяч новых случаев меланомы, и 20%... Около 20% пациентов имеют распространенную стадию заболевания, третью, четвертую, то есть однозначно больные нуждаются в проведении лекарственной терапии. Какие изменения произошли за последнее время, позитивные в адъювантном и неадъювантном режимах? И вот здесь на этом слайде вы видите, конечно, мы имеем на сегодняшний день измененные уже стандарты, мы проводим адъювантную терапию, как иммунотерапии, так и таргетной терапии, комбинированной таргетной терапии у пациентов, прооперированных по поводу меланомы кожи третьей и четвертой местораспространенной стадии. И на сегодняшний день известны уже трехлетние результаты безрецидивной выживаемости. Они составили более 60% на использование пембролизумаба у пациентов меланомой третьей стадии. При использовании неволумаба эта цифра составляет 58%, 59% трехлетняя безрецидивная выживаемость на комбинированной терапии добрафинип-трометинибом, и последние данные уже опубликованы на АСКО в этом году, пятилетней безрецидивной выживаемости на комбинированной таргетной терапии, которая составила 52%. Конечно, результаты достаточно впечатляющие. Какие новые направления теперь появляются? Неадъювантная терапия. И вот я ваше внимание обращаю на исследование, которое было продемонстрировано сейчас на АСКО, использование комбинированной терапии в неадъювантном режиме, и потом, в зависимости от ответа на лечение, больной либо подлежит наблюдению, либо поддерживающей терапии неволумабом. Причем в неадъювантном режиме пациенты получали только два введения неволумаба с ипилимумабом. Какие результаты достигнуты? Посмотрите, результаты, конечно, достигнуты достаточно впечатляющие. Патоморфологический регресс выявлен у 71% пациентов, причем полных ответов 50%. Рентгенологические результаты несколько ниже, 45% составляет общий ответ. И тем не менее, конечно, это посыл к тому, что неоадъювантное лечение найдет свое место в лечении меланомы. Метастатическая меланома. Конечно, вот эта стрелочка всем уже достаточно знакома, и мы с вами говорим об общей выживаемости метастатической меланомы. На сегодняшний день мы имеем пятилетнюю общую выживаемость. И посмотрите, на сочетанной терапии неволумаба с ипилимумабом она составила 52%. Хорошие результаты при использовании иммунотерапии. Более 40% пациентов переживают пятилетний режим. На комбинированной таргетной терапии больше трети пациентов переживают пятилетний режим. Конечно, результаты достаточно впечатляющие. Какие новые данные сейчас были продемонстрированы на АСКО? Мы все ждали результаты этого исследования, трилогии, когда использование сочетанной терапии атезолизумаба, кабинетиниба и вемрофениба у пациентов с метастатической меланомой показало свою эффективность. Дизайн исследования был достаточно понятен. Использовано в этом исследовании были рандомизированы 514 пациентов с метастатической формой меланомой, естественно, конечно, с мутацией BRAF, потому что используется таргетная терапия. И пациенты делились на два рукава. Один рукав получал сочетанную терапию, другой рукав получал только таргетную терапию. И первичной конечной точкой была безрецидивная выживаемость пациентов. Что показали эти результаты? Однозначно, безрецидивная выживаемость в группе пациентов, которые получали сочетанную терапию, выше на 4,5 месяца по сравнению с таргетной терапией. И длительность ответа, что достаточно важно в настоящее время, она достаточно большая, составляет 21 месяц на комбинированном лечении против 12,5 месяцев на таргетной терапии. То, что касается общей выживаемости, к настоящему времени не все данные еще собраны, но тем не менее есть результаты, которые свидетельствуют о том, что есть выигрыш в общей выживаемости у пациентов, которые получают сочетанную терапию, иммунотерапию и таргетную терапию.
Если говорить о нежелательных явлениях, которые обусловлены лечением и привели к отмене терапии, то не отмечено каких-либо особенностей, отклонений от тех нежелательных явлений, которые ранее были зарегистрированы на уже имеющихся препаратах или на их комбинации. Поэтому, конечно, эта комбинация, несомненно, найдет свое место. На чем бы хотелось еще остановиться, на каких данных? Это использование комбинированной терапии при меланоме слизистых оболочек. Категория пациентов достаточно неблагоприятная, плохо отвечают на лечение. Посмотрите, 36% составляет общая выживаемость у пациентов на рубеже уже более 5 лет, медиана выживаемости составляет 22,5 месяца у тех пациентов, которые получают комбинированную терапию. В монотерапии эти результаты несколько ниже. Если говорить об общей популяции, еще раз напомню, то в общей популяции пациентов использование сочетанной терапии ниволумаба с ипилимумабом 5-летняя выживаемость составляет 52%. И, естественно, возникают вопросы, какие могут быть, что можно изменить в режимах, те, которые используются ниволумаб с ипилимумабом, какой баланс между эффективностью и безопасностью препаратов. Мы знаем стандартные режимы, а может быть достаточно только и двух введений ниволумаба с ипилимумабом. Этому было посвящено исследование, которое продемонстрировано было на АСКО в этом году. Лечили меланому. Это небольшое исследование, здесь было 60 только пациентов, метастатическую меланому. И в первой линии пациенты получали либо два цикла терапии, либо 4 цикла, зависело от регресса опухоли. И посмотрите, те пациенты, которые получили 4 цикла химиотерапии, у них, как правило, рост опухоли продолжался, и дополнительных эффектов не было выявлено. Если мы посмотрим, объективный ответ составил при этой комбинации 57%. Причем complete response, то есть полный ответ, был зарегистрирован у 18% пациентов. Нежелательные явления 3-4 степени наблюдались у 57% пациентов. И на что хочется еще обратить внимание, медиана безрецидивной и общей выживаемости на этой комбинации не достигнута при фоллоуапе наблюдения, медиане фоллоуапа наблюдения, который составляет почти 2 года. И 77% пациентов получили всего один или два цикла ниволумаба с ипилимумабом. Это исследование, конечно, позволяет задуматься о том, а стоит ли пациентов лечить так долго. И вот этот слайд еще тому подтверждение. Тот иммунологический эффект, которого достигли после первого введения ниволумаба с ипилимумабом, он не усиливается уже после второй дозы. Еще одно исследование, которое достаточно интересно, использование пембролизумаба и низких доз ипилимумаба у тех пациентов, которые запрогрессировали на антипедиадин терапии. Какой эффект может наблюдаться? Общий ответ 27%. Причем длительность ответа достаточно большая, 18,5 месяцев. Еще одно исследование, которое заставляет нас подумать о том, как быть, когда пациента запрогрессировали при использовании антипедиадин терапии. 355 пациентов было включено в это исследование. Это исследование тоже было продемонстрировано сейчас на АСКО. И при прогрессировании процесса больные получали либо монотерапию ипилимумабом, либо сочетанную терапию ипилимумаб просто плюс антипедиадин терапию. Что получилось? Объективный ответ составил 32% при применении комбинированной терапии, иммунотерапии, и при монотерапии только 13%. Причем токсичность особенно не отличалась, 31% против 30% третьей и более степени. Если говорить об общей выживаемости, то общая выживаемость в группе пациентов, которые получали сочетанную иммунотерапию, выше по сравнению с теми пациентами, которые получали иммунотерапию в монорежиме 53% против 25% на рубеже полутора лет.
Какая градация между теми пациентами, которые имели BRAF-мутацию, и те, которые не имеют мутации? Ну вот вы видите, вот на этом слайде хорошо видно, те пациенты, которые имеют мутацию BRAF, у них ответ на лечение лучше на ипилимумабе. 24% rate response, общий ответ, против 21%. Если пациенты не имеют мутацию, то здесь ответ выше на комбинированном лечении. 37% против 10%. И разница эта статистически значима. На адъювантной терапии те пациенты, которые уже получали терапию, запрогрессировали на анти-ПД-1 терапии, у них эффект выше, если мы используем комбинированное лечение впоследствии. Вот еще один позитивный ответ. В этом году, 16 апреля, был зарегистрирован первый отечественный ПД-1 ингибитор. Это пролголимаб, торговое название Фортека, и мы надеемся, что этот препарат тоже найдет свое место уже в нашей клинической практике, а не в клинических исследованиях. Таким образом, достаточно много прошло позитивных изменений, которые вскоре изменят нашу и клиническую практику. Какие негативные явления были? К сожалению, вот исследование комбинированной терапии кабинетинип с атезолизумабом, дизайн этого исследования здесь представлен, он не показал разницы между использованием комбинированного лечения против монотерапии пембролизумабом. Не показал своей эффективности в результатах безрецидивной выживаемости. И если говорить по токсичности, то комбинированное использование кабинетиниба с атезолизумабом, оно оказалось выше токсичность по сравнению с монотерапией пембролизумабом. И какое еще негативное, конечно, действие? Это то, что мы с вами, конечно, живем сейчас в условиях пандемии, которая изменила нашу обычную реальную практику и отношение к пациентам. Мы сейчас больше взвешиваем показания риски и пользы, мы стараемся минимизировать осложнения, но мы надеемся все-таки, что и сегодняшние условия нас заставят проанализировать и извлечь какие-то позитивные моменты в смысле наблюдения пациентов, проведения различных конференций, телеконференций. И сегодня этому будет отдельно посвящен доклад. Поэтому, уважаемые коллеги, спасибо за внимание.